Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Продолжаем опыты по вечным двигателям. Еще один вечный двигатель по системе маховично-импульсно-генераторной. То есть применяется мотор 200 ватт на магнитах. То есть мотор на постоянных магнитах вырабатывает ток сам. Колесо ему помогает маховичное. Применяется СИМ на постоянный ток. Применяется выпрямитель на постоянный ток. По этой схеме, ребята, можно делать самолеты, вертолеты, то есть усилить скорость там в 1000 раз, усилить маховик, ну, побольше сделать. Вместо маховика, значит, ну, пропеллеры, как у вертолета, сделать. Так. И, соответственно, мотор усилить. И можно на этом летать. То есть это, ребят, прототип. Прототип вечного вертолета. Макет вечного вертолета. Убрать это вот это качение. Качение это потому что подвеска вот это вот, подшипники такие, как говорится, самодельно все. Однако скорость неплохая у него. То есть взлететь может. Взлететь может, ребята, если увеличить обороты в 1000 раз. Ну, соответственно, мощность двигателя. Потребление у него ноль. Это вы видите. На индукционно-механическом счетчике проверка. Вторая проверка, ребята. Сейчас будет на электронно-индукционном счетчике. Тоже проверим. Итак. 0,08 ампер общая мощность системы. 0,08. Давайте запишем. Это электроника показывает. 0,08. Дальше. Не знаю, видно вам. Если не видно, тут экран такой маленький, то я врать не буду. Можете проверить, купить и проверить такой счетчик. Дальше. Напряжение сети, видите, увеличивается. 236,3. Дальше. Ток активный потребляющий. Активный, то есть. 7,4. Ток реактивный благодаря, значит, поступлению маховичной инерционной составляющей 18,1 ватта. То есть почти в 3 раза выше, как по формуле, значит, по скважности, скважность 3 раза. 1 раз даем и 3 раза назад. То есть все совпадает и на электронике, и на этом. Мы имеем, значит, макет вечного двигателя, рабочий макет, ребята, который можно применять, усилив составляющие данные все пропорционально, значит, маховичное колесо, то есть я и говорил, вместо маховичного колеса ставим, значит, пропеллер с большими лопастями. Мотор усилив шим, усилив выпрямительное устройство. Естественно, будет работать не на аккумуляторах на вертолете будущего,
а будет работать на тяге суперконденсаторов, которые сейчас по 100 тысяч фарад уже выпускаются китайскими товарищами. То есть проблема, ребята, проблема материально-технического обеспечения, и мы можем полететь уже. То есть курсировать на бесплатных электрических вертолетах, используя эту модель. Доработав ее, увеличив мощность и так далее, можем курсировать. Ну, также модель может использоваться для генератора тока и для других целей. Благодарю вас за внимание. Вот еще модель показываю. Всем желаю удачи и железного здоровья.